Как вы уже знаете, в погоне за пиратами мы сбились с пути. За помощью мы обратились к одному юному принцу. Но он коварно выкрал Эмму и, упрятав нас с Джимом в тюрьму, внушал Лисе, что мы улетели без нее. Лиси быстро обнаружила обман и, как подобает принцессе, велела принцу освободить нас и вернуть Эмму. Тем временем Пинг-Понг разыскивал нас с поручением от Золотого Дракона. По роману Михаэля Энде «Джим Баттон». Художники Тео Керп и Хериберт Шульмайер. Исполнительные продюсеры Винсен Шалвон де Мерсе, Юбер Гарьепи, Жаклин Торджман и другие. Джим Баттон. Великая библиотека. Когда же мы найдем их, Люк? Мы летаем над морем уже целый день. Может, старый спорщик обманул нас? Нет, Джим. Море огромно, но мы все равно найдем их и освободим Молли. Молли? Моя Молли? Корабль! Там корабль! Где? Это не корабль, это замок Лиси. Гляди. О, как красиво! Быть может, в замке знают, где найти пиратов. Ты читаешь мои мысли, Джим. Волны и волны, куда ни глянь, ни единого пиратишки. Где же им быть, как не в Южном море, в поисках наживы, а? Терпение, о ваше экс-величество. Это пока что не Южное море. Твое корыто еле плывет. Поднять грот, лентяи. Здесь вам не курорт. Поднять-то грот мы можем, да только ветра нынче стало меньше, чем мозгов в его башке. Вот так-то будет побыстрее. Стальные рифы, нам конец! Мы в проклятом заливе, адмирал. Наш корабль тут утонет, как дырявая шлюпка. Отключу-ка я лучше магнит и поскорее. Спасены! Благодаря моей редкой смелости, а также железным нервам, корабль остался цел. И все же я желаю знать, что вызвало это странное происшествие. Об этом мы спросим пиратов. Пиратов? Конечно. Они свозили сюда товар для миссис Колозум. Разворачивайте судно! Курс на рифы! Он что, решил походить кругами? Пираты обязательно привезут детей для миссис Скалозуб. Они ведь не знают, что она превратилась в золотого дракона мудрости. И мы возьмем их тепленькими. Хе-хе-хе-хе.
кто-то насыпал для чая крошки. Стало быть, замок обитаем. Пошли. Там кто-то есть. Оставьте книги на любой полке. А? Но ведь у нас нет книг. Нет? Что вас привело в библиотеку? Мы гонимся за пиратами, чтобы вернуть Молли, локомотив. Вы их не видели? Пираты? Молли? Нет, юноша, пираты сторонятся книг. Для них это страшнее любой чумы. Так весь этот замок – библиотека? Крупнейшая в мире. Стоит только где-то на земле издать книгу, как ее шлют сюда. Великая библиотека — это словно память мира. А я — Эльзевир, ее скромный хранитель. А зачем переписывать? Так надо. Это очень древняя книга. К несчастью, после нее мне уже ничего не спасти. Наш архив хранится в подземельях, а я потерял ключ. Редчайшие труды пропадут, и все из-за меня. Но ведь ключ можно найти. Это невозможно. Он упал туда, откуда его не вытащить. Не говорите так. Золотой дракон мудрости велит не падать духом, что бы ни стряслось. Да? Я согласен с Джимом, Эльзевир. Покажите, где это. Конечно, прошу вас. Пойдемте. Это колодец с дождевой водой. Вот именно сюда я уронил тот ключ. Может быть, поискать на дне ведерком? Нет, есть способ получше. Вот это помойка. Нашла! Да, это ключ от книгохранилища. Все башни библиотеки устроены одинаково. С читальным залом в центре. Как, например, здесь. Ух ты! В жизни не видел столько книг сразу. И это лишь свежие поступления. Основная часть архива в подземельях. На глубине сотен ярдов. За этой дверью. Смотри, Джим! Это эмблема мандалы! Эльзевир так образован, что он мог бы видеть эту эмблему. Я, благодаря вам, я спасу еще много сотен гибнущих томов. Если я могу чем-то помочь вам... Может, вы нам скажете, что это за эмблема? Как странно. Готов поклясться, что я видел ее на обложке. К несчастью, не помню на какой. Но постараюсь вспомнить. А может, я спущусь туда сам и поищу ее? Нет, нет, Джим, там опасно. Лабиринты хранилища так запутаны, что ты заблудишься. Эльзевир прав, Джим. Лучше подождем до завтра. Уже поздно, мы все устали. Идем, пора ужинать и ложиться спать. Вот это приключение, друзья. Этот ваш летающий локомотив поразил меня. Как вы сказали? Мобили? Перпето? Перпету... Перпету мобиль. Да-да. Так вот, вы окажете мне огромную честь, если позволите скопировать чертежи машины.
и написать статью об этом изобретении в энциклопедию. Конечно, Эльзевир, с большим удовольствием. В таком случае не будем терять время. Я принесу бумагу и догоню вас у выхода. Я пошла бы с вами, но у меня глаза слипаются, так что пока. Пока, Лиси. Так как же работает ваш перпетум мобиль? Бумага! Нет, нет, Джим, там опасно. Лабиринты хранилища так запутаны, что ты заблудишься. Это очень опасно. На этот раз, ребятки мои, все у нас получится. Дитя огня и дитя воды наконец-то сольются вместе и возродят кристалл вечности. Я знаю, наш прошлый опыт закончился провалом, но у нас тогда не было важнейшей составляющей — огня. Дитя огня не вызвать без огня. Это просто как дважды два — пять. Мне казалось, четыре. Капитан, у нас в топке только копоть, а пламя не горит. Боюсь, что у нас промокло топливо. Он прав, капитан. Топка угасла, словно старый простуженный дракон. Ах, вы жалкие ленивые ротозеи, способные только бить баклуши. Я тут убиваюсь, чтобы создать кристалл вечности, а вы не в состоянии даже... Дракон. Все ясно, как ночь. Дитя огня — это дракон, огнедышащий дракон. Потому-то его и прозвали Дитя огня. Драгоценные, вперед на поиски дракона. Штурман, правь к горе землю. Ура, ура, капитану! Да здравствуй, чертова Дюрмана! Здорово! Ура! В горе Земля? Ты уверен? Да, небесный император, в страну, которой лучше бы не было. Да, ваше величество, стоит ли быть в стране с такими злыми жителями? Вряд ли. А так как там живут одни драконы, а драконы злые, я заключаю, что лучше бы этой страны не было. Вот там-то я увижу Джима. Но будь осторожен, не попади сам в беду. Обещаю, сир, я привезу вам новости о Лисе. Надеюсь, что так. Да, ну и пусть. Понимаю, о чем Эльзевир предупреждал меня. О, здорово! Теперь я знаю, как здесь не заблудиться. Надо просто отмечать путь каплями воска. А где же наш Джим? Как в воду канул. Как странно. Должно быть, пошел спать. Видно, не хотел прерывать нас. Итак, если я правильно понял, эти камни действуют как магниты. Да! Мы обнаружили этот феномен, изучая магнит Гурумуш. Напугала. Ну и ну, как же тебя погрызли?
На полке будет спокойнее. А? Эмблема? Это не та эмблема. Капли воска. Я совсем про них забыл. Нужно найти ту лестницу. Похоже, я буду спать как убитый. Я и сам едва не засыпаю. Довольно. Приятных снов, Лиси. Пока, Джим. Джим? Его здесь нет. Надеюсь, он не в хранилище. Ключ был в замке. Разрази меня гром. Воска нигде нет. Куда же я зашел? Ой, а? Ой, это просто отражение. О, да это та самая эмблема. Но наконец-то. Если бы я умел читать, я узнал бы, кто мои родители. Нужно отнести ее Люку и Лисе. Держись, Джим. Не смей впадать в панику. Джим! Где ты? Где ты? Джим! 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 Ну где ты? Джим, отзовись! Отзовись! Джим! О, боже! Смотрите, какое несчастье! Но, впрочем, я спасу эти книги благодаря вам. Ну, где же он? Как его отыскать? Даже и не знаю. Здесь просто лабиринт. Люк, Эльзевир, сюда! Здесь капли воска. Здесь тоже. Джим оставлял их, чтобы не заблудиться. Наш Джим смышленый парень. И упрямый, как мол. Моя свеча. Что теперь делать? Люк, Эльзевир, сюда, на помощь. Больше капель нет. Может, свечу задуло ветром. Надеюсь, он где-то поблизости. Да уж, эта часть хранилища опасна. Если вы не против, Эльзевир, я буду делать зарубки на полках. Так мы точно не заблудимся. Почему я их не послушал? Я пропал. Мне никогда отсюда не выбраться. Джим! Лиси? Джим, где ты? Лиси! Люк, я здесь! Джим! Лиси, стой! Люк, Лиси, где вы? Лиси! Лиси, я же говорил!
Люк, помоги! Я едва держусь! Уже падаю! Потерпи, малыш, я вытащу! Еще немного, Джим! Ну, пожалуйста! Джим, слава богу, ты спасен! Простите меня, Эльзевир. Нельзя было ходить в подземное хранилище. Не извиняйся, Джим. Главное, ты цел и невредим. И я потерял книгу с эмблемой. Она свалилась в пропасть. Теперь все пропало. И мне никогда не найти своих родителей. Слушай, Джим, наша мудрая дракониха предсказала, что вскоре ты обо всем узнаешь. Она сказала, ты откроешь все тайны. И ни слова о книге. Так значит, еще есть шанс? Ну, конечно, есть. Удачи, друзья. Желаю вам отыскать вашу дорогую Молли. Вот, Джим, это тебе. О! Но это же ваши чертежи. Я встал на заре и сделал копии. Специально для тебя, Джим. Люк, я знаю, где пираты. У стальных рифов. У стальных рифов? Это маленький остров по пути к Гриземью. А раз им нужен дракон и кристалл вечности, они туда заедут и схватят Непомака. Прощай, Эльзевир. Нам нужно быть у рифов раньше пиратов. Вперед! Удачи, друзья! И спасибо за ключ. До встречи, Эльзевир! Мы вас навестим, да? Пока! Пока! Знаешь, Люк, скорее бы встретиться с пиратами и хорошенько проучить их. Вперед, Джим! Они еще пожалеют, что выкрали нашу малышку Молли. Дрожите, пираты! Йо-хо, мы вам покажем! Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids. Fox Kids.